Здравствуйте, это новости на канале RTVI, в студии в Нью-Йорке Лиза Кэмин. В ближайшие полчаса я и мои коллеги расскажем о самых важных событиях, которые происходят сейчас в мире в этом выпуске. Живее всех живых, президент Путин появился на публике после 10-дневного отсутствия, развеяв подозрения о проблемах со здоровьем. Все на выборы. До начала внеочередного волеизъявления граждан в Израиле остается несколько часов. Последние данные соцопросов и прогнозы экспертов в ближайшие минуты. Дань памяти или оправдание фашизма. В Латвии прошел так называемый марш легионеров. Специальный репортаж RTVI. Совершенно здоров и вполне весел. Президент Путин появился на публике после 10-дневного отсутствия и тем самым развеял подозрения прессы о проблемах со здоровьем российского лидера. Журналисты обратили внимание, глава государства вошел в кабинет петербургской резиденции легкой походкой и уселся в кресло в обычной расслабленной позе. Никаких признаков болезни. Встреча была рабочая с президентом Кыргызстана. И если сам Путин начал общение с протокольных слов о сотрудничестве, то Алмазбек Атамбаев посчитал нужным подтвердить убедительную бодрость главы российского государства. Только что Владимир Ильич меня по территории покатал, сам сидел за рулем. Это чтобы меньше было сплетен. Я часто про себя разные сплетни слышу, и вы видите, как это, конечно, не совсем правильно. Как это говорится по-русски, не дождутся. Скучно будет без сплетен. Деятельность Владимира Путина сегодня распространилась и на армию. Согласно указанию Верховного Главнокомандующего, в полную боевую готовность приведен Северный флот. Распоряжение отдано в рамках внезапной проверки боеготовности. Масштабы маневров впечатляют. Как рассказал министр обороны России Сергей Шойгу, задействовано около 38 тысяч военнослужащих, более 3 тысяч единиц боевой техники, 41 корабль, 15 подлодок, 110 самолетов и вертолетов. Проверять боеготовность Северного флота будут в течение 6 дней до 21 марта. Добавлю, что сегодня же начались масштабные учения на Дальнем Востоке, Западе и Юге страны. Минобороны отмечают, что маневры связаны с новыми угрозами безопасности. Между тем, в НАТО обеспокоены активностью российских войск. Это официально подтвердил генсек Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, внезапные, непредсказуемые, неожиданные маневры способствуют нестабильности. Столтенберг добавил, недавний выход России из договора об обычных вооруженных силах в Европе является, цитата, частью более обширной картины. Привести в полную боевую готовность вооруженные силы Украины требует премьер-министр Арсений Яценюк. Сегодня он вновь заявил об угрозе со стороны российских войск. Между тем, в Донбассе стреляют. Сепаратисты и силы украинской армии обвиняют друг друга в нарушении минских договоренностей. Перемирие под угрозой срыва. А вот Крым, с которого все началось, празднует годовщину присоединения к России. Там большинство заявляет о правильном выборе и светлом будущем. Подробности в репортаже RTVI. Без шпаргалки пока не получается. Они ведь всего год, как граждане Российской Федерации. У здания крымского парламента среди участников митинга в честь годовщины исторического референдума много пожилых людей и студентов. Им санкции не страшны, равно как и мнение мирового сообщества относительно статуса полуострова. Все там говорят о каких-то трудностях, но это все переживаемо. Как, знаете, как было написано в Севастополе, хоть камни с неба, но мы в России. Вот для меня это самое главное, это для меня девиз, лозунг. Отступать мы не собираемся, мы идем только вперед и вперед. И Крым, как говорится, наш, и мы этому рады и счастливы. Мы в интернете можем нормально скачивать все себе игры, музыку, все. Все очень хорошо. Санкции нет, все. Можно, конечно, обойтись. Есть, ну, мы из каждой ситуации выходим. Как символ воссоединения 18-метровый российский флаг, на котором собраны поздравления и пожелания крымчан. Житель Симферополя Александр – один из участников не только этой акции, но и всех прошлогодних событий. Держать российский флаг для молодого человека – важное и ответственное дело. Несмотря на сложности переходного периода, Александр планирует строить свою жизнь в Крыму. Для меня это лично гражданская позиция, и в прошлом году я был активным участником всех событий, мартовских, февральских, был, значит, в нашей гвардии крымской, вот, в национальной самообороне крымской, и продолжаю принимать активное участие, показываю свою гражданскую позицию. Крымчан, которые не поддерживают референдум, меньшинство. Они предпочитают молчать и хранить свою позицию при себе.
Одна из последних акций, которая была посвящена дню рождения украинского поэта Тараса Шевченка, собрала 20 человек. Самые отважные вышли с флагами Украины. В результате 3 были задержаны. Суд приговорил их к 40 часам общественных работ за нарушение правил проведения митинга, а фактически за использование украинской символики. Александр Кравченко – один из задержанных. Он теперь точно знает, что означает быть изгоем. Чего бояться? Один раз на этом свете живем. Я бы ничего не менял. Я не жалею о том, что случилось. Я был на Майдане. Сейчас планирую уехать в Украину. Не то, что не могу тут жить. Больше не хочу. Я не жалкую. За этот год жизнь всех крымчан, как проукраински, так и пророссийски настроенных, изменилась до неузнаваемости. Полуостров оказался в продуктовой и транспортной блокаде. Цены на продукты питания выросли где-то на 40%, где-то на все 100. Международные платежные системы здесь не работают. С материковой Украины отсутствуют железнодорожное и автобусное сообщение. Добраться до России можно либо самолетом, либо через паромную переправу, где бесконечные многочасовые очереди. Туристический поток упал в десятки раз. Крым потерял несколько миллионов визитеров. Но местные власти уверяют, другого пути не было. В том давлении внешнем, которое было, вряд ли бы смог остаться вот в данном случае, самостоятельно выдержать этот натиск. Просто в силу того, что мы ограничены, так сказать, в том числе и в вооружениях, и в наличии подразделений, которые способны выполнять определенные задачи, ну и так далее. То есть много очень факторов. Поэтому не хотелось бы прогнозировать, как бы было. То есть в данном случае случилось так, как случилось, случилось все правильно. И мы нужны России, и Россия нужна нам. Праздновать годовщину референдума в Крыму будут целую неделю. В программе открытые уроки, выставки, концерты под общим названием «Крымская весна». Основные мероприятия пройдут в центре Симферополя на площади имени Ленина. Памятник Ильичу специально отреставрировали к годовщине судьбоносных событий 2014-го. Символично. С недобрым чувством говорят те, кто старые времена совсем не считает добрыми. 18 марта, в день подписания договора о вхождении в состав России, в Крыму объявлен официальный выходной. Телекомпания RTVI, Крым. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в Берлине, что Германия и ее союзники не успокоятся до тех пор, пока Крым не будет возвращен Украине. И далее цитирую. «Сегодня день, когда мы должны помнить о незаконной аннексии Крыма. Мы не должны забывать, что этот акт поставил под угрозу послевоенный порядок в Европе», сказала Ангела Меркель, выступая перед прессой после встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Порошенко со своей стороны заявил, что на саммите, который пройдет в Брюсселе 19 марта, он ждет от европейских лидеров ясной позиции по поводу санкций в отношении России. Ограничительные меры против Москвы должны быть ужесточены, считает глава государства. Петра Порошенко в Берлине принимают на высшем уровне со всеми почестями. Переговоры прошли не только с канцлером Меркель, но и с президентом ФРГ Йоахимом Гауком. Предположительно, среди прочего, обсуждаются поставки вооружений в Украину. Германия, как известно, выступает против, в то время как США пока еще раздумывают. И, как сегодня сообщил советник Порошенко Михаил Саакашвили, давление на Барака Обаму усиливается. Идею вооружить Украину поддерживают почти все члены Конгресса и Сената. В Пентагоне и в разведке утверждают Саакашвили. Украинская летчица Надежда Савченко возобновила голодовку. В настоящее время она принимает только воду. Подследственная заявила, что будет голодать до возвращения в Украину или до последнего дня жизни. «Кремль должен вернуть меня на родину, даже если это будет сделано грузом 200 в гробу, перевязанным лентой с бантом на мой день рождения 11 мая», написала Савченко в своем письме, которое обнародовали ее адвокаты. Напомню, что Надежда Савченко объявила голодовку 13 декабря прошлого года. В начале марта появилась информация, что Савченко согласилась выполнить рекомендации врачей и принять куриный бульон. Военнослужащие, делегаты парламентской ассамблеи Совета Европы и депутаты Верховной Рады инкриминируют причастность к гибели российских журналистов в Донбассе и незаконное пересечение границы с Россией. Сама Савченко все обвинения категорически отрицает и называет свой арест похищением. Вы смотрите новости на канале RTVI и далее в выпуске. Перед походом в туалет не забудьте выключить микрофон. Американский миллиардер признался в убийстве неожиданно для самого себя. И все на выборы. До начала внеочередного волеизъявления граждан в Израиле остается несколько часов. Последние данные соцопросов и прогнозы экспертов в ближайшие минуты. Все это через пару минут на канале RTVI. Оставайтесь с нами.